А? Ну где ты раненый? Вон он. Тихо. Крутится. А? Раненый. Молодец. Закрывай уши. Блин, он подстрелили. Уточку, а достать не можем. Никаких приспособ нету, ничего нету. Глубоко дно проваливается. Никак у нас не получается. И вот сейчас льдину толкнули, думали, может она на ту сторону выплывет. Но пока тоже что-то. Вот это кто плывет, так смотри, кто. Рыбу скажет. Да вот кусту-то плывет. Вон, видишь, волна идет. Видел, что ли? Видел же? Давай, папа. Ко мне. Да. Ну. Может, костюм одень? Пришлось раздеваться, даже залазить. Хотел уже заплывать, сулы мы вытащили ее, зашли. Ой, кое-как хоть не бросить, а то не знаем, где уже что делать. Ну ладно, достали, это уже хорошо, не просто так бросили. Надо теперь со спины что-то брать. Вот, видит мой охотничек. Все, охотник, нормально поохотился? Еще поедешь? Ну ладно, не устал. Ну молодец. Ладно. Еще глубоко, что ли? Ой-ой-ой. Глубоко как. Панчики. Ладно. Сейчас на книжную птицу. Трогать не надо.
сапу туда. Кучка. А, вот. Понял. То ли гусь, то ли черный камушок таких. Видно, нет. Мама гусь. Блин, что-то глубоко здесь. А, Юрик, в ямах. Ё-моё, как доставать-то его теперь? А? Там еще яма какая-то вообще. Ё-моё, что-то с каждым шагом все глубже. Ёлки-палки, а как теперь его доставать-то? Вот с той стороны, может, поймите. Вон, середину. Сейчас будем доставать. Камеру не включил, блин, налетел. Стрельнул вот его. Блин, пока подходит, что эту камеру забыл, что-то резко вылетели они. Красивый выстрел такой был, не заснял, блин. Так, ну ладно, сейчас будем доставать. Метод доставания. Создаем волну. Волна идет к утке, утка подплывает к берегу, и уже подплыла, вот коллега там мой достает уже. Ну вот, хоть так, но достали мы ее, а то туда даже в костюме не зайти. Это интересная, ну, утка-то, что это за утка такая? Это типа северный крикаш какой-то, походу. Или как он? Да? Хуй он ждет. Если у нас такие. Не матерись. Видео. Ну хорошо. Вообще интересно. Что-то я раньше таких не встречал у нас здесь. Что ли? Интересный такой. Фалкон. Фалкон. По-моему, какой-то порода крикаша. Привет. Смесь, метис.